Француз с русскими корнями на пензенской сцене играет музыку финского композитора. Концертом для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса откроется программа, с которой 1 марта скрипач-виртуоз из Франции Франсуа Пино-Бенуа выступит с оркестром губернаторской симфонической капеллы. Оркестром управляет заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филипенков. Франсуа Пино-Бенуа – молодой, но уже весьма известный скрипач, лауреат международных конкурсов. С раннего возраста демонстрировал столь выдающуюся игру, что именно его рукам доверили легендарную скрипку «Женева». Уникальность этой скрипки в том, что она спасла жизнь своему владетелю, потому что он ее таскал в окопы в 1914 году, в Первой мировой войне, с собой. И его в то время заметил полковник, который слышал владельца скрипача до войны, ему сказал, что вам служить как пушечному мясу, приходите ко мне в зад, будьте в медицинском отделе там, на носилках носить раненых и нам играть концерты. И он таскал вот эту скрипку по всему фронту. Вот. И даже была бомбардировка один прекрасный день, ее земля закрыла. Ну, видите, инструмент как бы без порушений получился. Вот, такой. Вот в этом итоге у него интересная очень история. Вот. А как она у вас оказалась? Достаточно случайно, хорошо. Я играл на фестивале у сына, это скрипача, который тоже как композитор, кстати, исполнял его музыку. Вот. И у сына, уже пожилой человек, у него была эта скрипка в шкафу. А после папы никто как бы скрипачом не был в семье. Он просто ее достал из шкафа, она более-менее была такая пыльная. Вот. И он мне спросил, не можете просто поиграть, только чтобы ее чуть-чуть раскрыть, инструмент же умирает. Я и поиграл, она мне понравилась, такой звук красивый, итальянский, шарманский, вот. И я вечером решил на ней сыграть на концерте. И с тех пор этот дорогой месье Дю Розуар мне очень, очень милый, на ней дает играть. Для симфонического оркестра под управлением Вячеслава Филипенкова предстоящий концерт – один из целой череды совместных проектов с известными музыкантами России и зарубежья. В рамках второго открытого фестиваля симфонической музыки «Пензенские симфонические сезоны» оркестр уже выступил с московским пианистом Даниилом Саямовым, а следующий концерт с виолончелистом Глебом Степановым состоится 22 апреля. С этого года мы в таком варианте очень частого желания привести как можно разнообразных солистов, чтобы музыканты услышали совершенно различные исполнения, различную музыку исполнялись как фортепиано, скрипичную и виолончельную. То есть репертуар обогащается с каждым разом все больше и больше, и знакомство разных не только даже российских, уже и зарубежных музыкантов. Я думаю, это большое удовольствие для музыкантов – встреча с такими людьми. 1 марта талантливый французский скрипач и пензенский оркестр исполнят произведения Яна Сибелиуса, Петра Чайковского и Камиля Сен-Санса. Начало концерта в 17:00. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Пензоконцерта.